And now for the official decision brought to you by ZipRecruiter. Let's send it to our Octagon announcer, Justin Bernard. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All three judges score the contest 29-28 for the winner by unanimous decision, Victoria Dudakova! Виктория Дудакова, будучи целеустремленной девушкой, с детства старалась развить в себе задатки чемпиона. Свой путь в спорте она начала, став двукратной победительницей первенства России по плаванию. Выполнив мастерский норматив, добралась до призов взрослого чемпионата страны. В 17 лет неожиданно для себя увлеклась смешанными боевыми единоборствами. Судьба свела ее в борцовском зале с нынешним тренером Гасанали Гасаналиевым, который привел Викторию на Олимп ММА. Через год тренировок спортсменка уже выиграла чемпионат России по рукопашному бою, стала финалисткой чемпионата России по ММА и затем первой в Российской Федерации чемпионкой Европы в этом жестком виде спорта. В финальном поединке получила перелом челюсти, но уже через 4 месяца вернулась в строй, одолев на чемпионате мира в Бахрейне действующую чемпионку мира из сборной Бахрейна. В полуфинале снялась из-за травмы и стала лишь третьей. Начавшаяся пандемия коронавируса не позволила достичь промежуточной цели – завоевать золото чемпиона мира. В непростой период Виктория под руководством тренера продолжала совершенствовать навыки, приняла решение перейти в профессионалы. Дебютный бой против чемпионки Европы по грэпплингу в лиге Fight Nights оказался весьма удачным. Спустя 3 недели Виктория добилась успеха во втором бою в рамках лиги JFC. После 3-й победы отлично зарекомендовавшую спортсменку пригласила Лига Open FC в качестве участницы первого женского гран-при в России. В первом бою она одержала победу над 5-кратной чемпионкой мира по панкратиону Ксенией Лачковой. В финале Виктория остановила Марину Шутову удушающим приемом во втором раунде, одержав 5-ю досрочную победу в карьере. Сухая серия 11 побед при 0 поражений с 5 досрочными победами подарила Виктории возможность подписать контракт с претендентским проектом Даны Уайта. После сложного процесса оформления визы она с тренером приблизилась к заветной цели. На 3-й день пребывания в Америке спортсменка порвала переднюю крестообразную связку и мениск. Несмотря на это, было принято решение провести бой с соперницей из Бразилии с рекордом 8-0. Целеустремленная Вика вырвала победу в этом бою и получила престижный контракт с UFC. I wouldn't even say questionable. The one that maybe was surprising tonight was Victoria, right? Because it wasn't the greatest fight ever. What was it that sold you on that? That you're like, let's go, let's get everything about her sold me. She's hurt. She even walked down the stairs acting like she wasn't hurt after the fight. Usually you'll see people like, the other kid kicked the knee. I heard him kick that knee too. I knew. And Mick goes, there goes his foot. And sure enough, you know what I mean? And he had to get on crutches to get out of there. That girl walked down the stairs. I don't know if I've ever seen a fighter mentally, physically, and as emotionally strong as that girl is. She's a beast. And she just walked up to me and said, I'm going to be a world champion. I said, yeah, I don't doubt it. What I saw from you tonight, I don't doubt it. She beat the more experienced girl, the bigger, stronger girl, and absolutely dominated her.